А вот вы большую часть времени проводите в Калифорнии? Да. Родители туда не переезжают или Нет. такой вообще не рассматривается Нет, такой вариант? вариант вообще не рассматривается, потому что здесь у меня очень много бабушек Понятно. и дедушек. Которых не оторвать, да? Ну, конечно, у меня здесь сестра, у меня здесь семья, у меня здесь друзья. Ну, это моя страна. Ну, а вот как долго вот можно продолжать жить вот на два континента? Или это вы уже привыкли к такому Я ритму? привыкла, но я не могу сказать, что я это как-то планировала. Я не планировала. Я никогда не думала, что я вообще, в принципе, буду столько времени находиться вне России. Но так сложились обстоятельства. Я встретила своего нынешнего мужа. Он там уже живет 13 лет. И, конечно, мы Он рассматриваем... гражданин? Нет, мы на визе. Вот, то есть... Мы рассматриваем вариант переезда обратно в Европу, может В быть, Европу, в Словению или? в Россию или в Словению. Он учит русский. Его сестра сейчас учит русский, она большая Ну, поклонница кстати, оказалась. словенский очень близок Сербский язык. больше. Он у меня славяно-серб наполовину. Вот, поэтому он владеет и сербским, и славянским языком. Вот с сербским у нас очень много похожестей, со славянским чуть меньше, но все равно можно примерно понять, о чем идет речь. Я, конечно, дуб в этом смысле, а он у меня полиглот. То есть я говорю, ты в неправильную область пошел, нужно было там языки учить А он старше? переводчиком. Да, на 9 лет. На 9 лет? Да. Это очень хорошая Да, разница, отличная кстати, да. разница. Я считаю, что это просто Отличная такая, разница. как по Как учебникам. доктор писал. Да-да-да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.